Всем привет, дорогие друзья! Hello everybody, hello everyone! Доброго дня, шановні наші слухачі! Сьогодні у нас, як і завжди, буде гарний-гарний ефір. І поки ви всі збираєтесь, друзі дорогі, я вам трішки розповім. Я вам немножко розкажу, що сьогодні буде за ефір. Поки ви всі присоединяєтесь, з яким спікером, 100% вы хотите этого спикера уже слышать. Это Наталья Жижко, Наталья Дзидук. У нас на прошлой неделе был с ней эфир, он немного прервался по моему нездоровью, к сожалению, и не могла провести, закончить этот эфир. Мы все вопросы, которые вы задавали, друзья, мы все их повторим снова. И если вы меня слышите, буду рада за любой лайк, что меня слышно, в принципе, хорошо, друзья. А вы подготовьте ручку, листочек. Я знаю, что вы очень талантливы, как и все. Всегда я это повторяю. И эти эфиры только для вас, для роста вас как бизнесменов, для того, чтобы все вот наши спикеры, они делятся всякими лайфхаками, для того, чтобы вы могли монетизировать свой талант, друзья. И я не повторяю постоянно, что вы должны, это очень хорошо, когда вы творите, но когда вы еще монетизируете свой талант, друзья, это вообще очень-очень превосходно. Так вот, у нас два дня назад в YouTube-канале был очень интересный эфир с Алей из Великобритании, с художником. Она делилась кейсами, она же маркетолог, она рассказывала, как нужно монетизировать свой талант, как правильно тоже вести свои соцсети, как правильно выстраивать рекламу. Также перед этим мы вели разговор с США, с Ольгой Образцовой, членом жюри. Она также рассказывала, как нужно правильно вести свои соцсети, зачем они нужны, какие лучше для этого нужны соцсети. И мы также с вами говорили и с теми людьми, кто хочет получить визу талантов, да, мы проводили эфир с США, с Великобритании, друзья, и нам спикеры тоже рассказывали, кто и как может податься на визу талантов. Для чего это все нужно, друзья? Ну, чтобы, скажем так, чтобы была жизнь после конкурса, да, чтобы вы все понимали, куда двигаться, зачем идти и как развивать и монетизировать свой талант. Вы сами знаете, как его развивать. Я знаю, что вы очень успешны в этом направлении, потому что неуспешных людей у нас нет участников. Все, кто принимает участие в конкурсе, вы занимаете место, неважно, какое место вы заняли, первое, второе, третье, или не заняли никакого места, в любом случае у вас есть рост, у вас есть возможность еще раз попытаться и принять участие в отборочном туре в онлайн, а также приехать, друзья, в Лондон. Еще раз напомню, что у нас уже прошел четвертая премия талантов вот осенью, в сентябре этого года, где собралось, друзья, 25 стран. Еще раз напомню, что это тоже огромное количество участников, очень-очень профессиональные. Вы знаете, с каждым годом я смотрю, что ваш профессионализм очень-очень растет. Также у нас было два места под выставки, прекрасные места, где также художники могли презентовать свои картины и тоже заявить о себе. И еще то, что очень из приятного, что многие из в этом году художников продали свои картины. Вы так были подготовлены, ну вот художники, да, что смогли продать свои картины и очень даже за хорошие деньги, как для начинающих художников, я скажу так. Очень хорошо. Наталья, вы присоединяйтесь к нам, подавайте заявочку, буду очень рада вас видеть. Итак, еще раз напомню, да, вижу вашу заявку, еще раз представлю Наталью. Наталья Жижко, она же Дидух, член Японского международного института акварели, Национального союза художников Украины, член жюри Golden Time Talent. Так что
Дальше Наталья уже представится сама, у нее огромный-огромный опыт, друзья, и мы с Натальей уже, она из первых участников, кто поверил в наш конкурс, принял участие, друзья, и, в принципе, развивается, и она вот растет вместе с нами, и мы за ней очень-очень наблюдаем и уже сотрудничаем, потому что она уже стала нашим сотрудником, членом жюри нашего конкурса, который оценивает и ваши, друзья, работы. Так что каждый из вас, возможно, иногда, кстати, напомню, даем приглашение и самым сильным участникам тоже приглашаем в жюри. Так что никогда не поздно, сколько не было бы лет и какой бы у вас был опыт, друзья, вы всегда можете попытать свое счастье. Ну, а сейчас приготовьтесь к вопросам к Наталье. Есть у нас соединение. Будем надеяться, что у нас все получится, и с Натальей мы выйдем в эфир. О, наконец-то, браво. Наталья, добрый вечер. Слышу отлично. Тоже. В этот раз без доклада. Дай бог, Наталья, да. Наталья, мы снова с вами в прямом эфире. Я знаю, что эфир был очень-очень интересный. Очень много было зрителей, много людей, которые задавали интересные вопросы, потому что то, о чем мы с вами говорили, никто еще из спикеров не затрагивал. Да? Это личный ваш рост, как вы достигли успеха, как вы дальше достигаете успеха, планы на будущее, да, ну, если поделитесь секретами, то, в принципе, будем, и опять же, про галереи, то, что вы говорили, как и в каких галереях могут наши художники тоже принимать участие. Давайте вкратце еще раз о себе представьтесь, может быть, что-то я неправильно сказала. Добрый вечер, Инесса. Добрый вечер, уважаемые зрители, художники. Я очень рада опять здесь присутствовать, рада, что у нас прямой эфир. Вы меня знаете как судью. Благодарю Golden Time за оказанное доверие, что я могу выражать свои чувства и свои эмоции, проверяя чужие работы. Даже это очень-очень здорово, потому что подпитывается энергетикой. Очень классные работы. Я смотрю, очень много профессионалов, отлично. Очень много начинающих, это вообще замечательно. Я не профессионал, скажем так, с самого начала. Я закончила художественную школу в детстве, потом была служба в армии, и я как бы это все забросила. Начала рисовать в 2017 году осенью. В 2018 году была первая выставка как бы как офицера, а потом я рискнула и пришла в галерею, у нас галерея Интерсет. Я рискнула, пришла с телефоном, просто показала свои работы. И мне установили планку, сказали, вот нужны работы такого плана, и их должно быть столько. У меня был стимул работать. Вот это то, что заставляет тебя работать и двигаться дальше. Поэтому для меня это было большой как бы ступенькой. Но после выставки я реально, которая прошла в городе, после этого было много эфиров, такие, все такое, я не знала, куда двигаться дальше. И я не знаю, как случилось, наверное, в течение обстоятельств выше какая-то. Вот, я увидела ваши где-то, я не помню, кстати, бусы, я не знаю, не помню уже где. Но 1 января мне перезвонил кто-то из девушек-операторов и сказал, вы хотите принять участие в конкурсе? Я сказала, конечно. Вот. Я стала вот участником конкурса, первый конкурс, который здесь такого еще не было, как бы новинку. То есть я в Виннице, в своем городе, я была первая, скажем так, получается. С первого же конкурса я заняла первое и третье место, у меня было две работы. Вот, и для меня это было просто вау. Смотрите, друзья, я вас немножко перебью. Смотрите, друзья, Наталья получила первое место и третье место. Она не опустила руки, она не расстроилась. И, кроме того, она принимала участие, шла вперед, ей там предложили, но это вы все расскажете. И она стала членом жюри, друзья. Так вот, о чем я вам говорю? Не всегда не отчаивайтесь,
у нас в конкурсах, в других конкурсах, какие бы вы места ни занимали, это не повод для поражения, это наоборот повод для того, чтобы шли только-только вперед. Это стимул для того. Все, прошу прощения, Наталья, продолжайте. Я хочу сказать, что если закрывается одна дверь, значит открывается другая дверь. И нужно никогда не опускать руки и работать дальше. Параллельно я принимала участие во всевозможных конкурсах, то есть я хваталась за все, мне было интересно все. Я оформила три книги как художник-иллюстратор. То есть детская книга, Браво! вначале, да, и как бы мои акварели почему-то так понравились поэтам, и они стали обложкой двух поэтических сборников. Это тоже для меня как бы было вау. Конкурс «Инше арт» Елена Владимировна Балашова, Киев. Я приняла участие в двух сезонах, как бы, и тоже мне очень приятно, поэтому, ну, как бы принимают художники высокого уровня, класса, ну, работы представляют. Проект «Следы». Я тоже принимала работы. Вот и работа приехала из Германии. То есть это тоже здорово, потому что работы есть, ну, путешествуют по всему миру. Благодаря Golden Time работы побывали в Лондоне. До этого, Инесса, я благодарю, что вы побывали на выставке, где мои работы были в галерее. Музей, музей. Да, Наталья, это очень, да, друзья, мы смогли сделать так, чтобы наши художники, это правда, это огромный прорыв, это огромный плюс, что 2 недели наших художников картины были представлены в музее, друзья. Потому что попасть в галерею сложно, правда, Наталья? А попасть в музей, ну, скажем так, это крайне невозможно, скажем так. Мы побороли эту невозможность, и там были многих даже художников картины проданы. И не просто были картины, а мы записывали с вами что? Видеопрезентацию, так, Наталья? Все художники записали видеопрезентацию. И кроме того, на большом экране, в большом галерее, в старинном зале Великобритании, при том, что открытие было очень красиво, была видеопрезентация. Вы говорили на своем языке, на родном. Внизу были субтитры английский. Да. И все англичане могли читать и понимать, о чем идет речь, картина. Вы представляли свою работу, вы рассказывали о себе, о своей стране, то, что там происходит. И кроме того, мы напечатали такой буклет, который был тоже роздан британцам. Да. Я имела в виду именно такую выставку, на которой вы побывали в качестве гостей, галерея Бумер, по-моему, в А, Лондоне, где я первый раз это тоже сто да, я процентов. тоже случайно туда попала, это тоже здорово. Ну, занимаюсь акварелью, пишу маслом, сейчас очень много пишу пастелью, мне это очень нравится. Расписываю одежду, это тоже здорово, как бы еще одно Направление. направление. Акрил, ну, не совсем нравится, ну, какие-то быстрые работы такие, ну, декоративные, там. Вот, что Если, ну, предположим, я перебью одну секунду. Вот предположим, вы художник, да, вы пишете картины акварелью. Все отлично получается. Вот у меня вопрос: зачем художнику искать новое направление? Вот зачем ему искать художнику писать на одежде, да, и вот другие направления? Вот дайте совет. смотри, даже когда проверяешь работы, человек представляет 5-6 работ. Смотришь одну работу, как-то так, не очень. Смотришь следующую работу, и человек раскрывается абсолютно с другой стороны. Вот это класс, вот это здорово, вот это его. То есть люди пробуют себя и ищут себя. В какой технике ты более сильный, в какой манере писать, в каком стиле писать. Каждый ищет свое направление, свой стиль. Нужно развиваться и пробовать абсолютно все, пока ты найдешь свое. Мало художников, которые пишут и разносторонние, но это, ну, как бы здорово, поэтому, ну, нужно не останавливаться и двигаться обязательно. Чтобы найти, где монетизировать потом свой талант, правильно? И когда вы развиваетесь, когда люди видят ваши работы, это, во-первых, монетизация и какое-то моральное и такое, ну, удовлетворение, потому что это
это кайф, когда твоей работе нравится, и тебе пишут приятные слова, и даже если это будет какая-то критика, критика бывает конструктивной, критика бывает ужасной, говорю своего опыта, то есть, которая такое, хочется как бы человек, ну, полкой сделать, но это тоже плюс, потому что это тоже ваше продвижение, и это тоже толчок двигаться, работать и развиваться дальше. Так что не нужно останавливаться. Супер. Спасибо за совет. Окей. А скажите мне, Наталья, вот у нас был в прошлый раз такой вопрос. Зачем конкурсы и зачем конфедерации? Да? Зачем состоять, вот принимать участие в конкурсах, стать членом какой-то конфедерации, допустим? Нужно это или не нужно для наших артистов, музыкантов, художников? Вот ваш совет. Я не знаю почему, но мне очень много художников, которые хотят подать заявку на участие в Golden Time, пишут личку. А это действительно так. Это я как-то, кстати, я как-то уже даже записывала видео, это было в самом начале, что да, это нужно, если вы хотите расти, двигаться дальше, если вы хотите, чтобы ваши работы оценили, чтобы вас заметили, обязательно нужно принимать участие во всех конкурсах, выставках. Без этого под лежачий камень вода не течет. Нужно работать. Вот. Это тоже двигатель прогресса. Это я супер. Считаю, это площадки, которые тем более делают такую прекрасную рекламу, видео. Это вообще здорово. Видео с работами гуляют потом по всему интернету. То есть это его имеют возможность посмотреть очень много людей. Это привлекает вам внимание. Это отлично. Все верно. И, друзья, если вы забиваете свою фамилию, Наталья, вы пробовали забивать свою фамилию в Google? Вы знаете, я пробовала. Сразу выдает мои выставки и все остальное. Еще один такой момент. Я когда начала писать акварелью, я написала мои акварели. Вот забейте в Google мои акварели, и оно выдает меня. Вот видите, как это, правда. Это мой бренд уже получился, потому что мне как-то даже был такой спот на Фейсбуке, я не помню, художница уже фамилию. А вы забейте в Гугле мои акварели, кого выдаст? Она мне пишет, действительно. Это приятно. Так что, друзья, все, что вы не делаете, и для чего это нужно? Чтобы монетизировать свой бренд, да, и свой талант, вы должны светиться в Гугле. Тем больше, тем более раньше такой возможности не было, друзья. Сейчас эта возможность есть. Вы принимаете участие в конкурсах. Ну, допустим, наш конкурс Golden Time Talent. Ваше имя и фамилия будет светиться по-любому. Так как вы записали заявку, она будет в YouTube светиться, потому что там конкурсная таблица подтягивается, сайт подтягивается, Instagram, Facebook. Этого много. А если вы еще принимаете участие в конкурсах, едете в Великобританию, да, и о вас пишут статьи, допустим, и уже британские статьи подтягиваются, это, конечно, очень хорошо. Наталья, мы ждем вас на следующую выставку и фестиваль в Лондон. Спасибо. Он будет в июне месяце, так что, надеюсь, вы сможете приехать к нам. Да, и мы, и многие, конечно, многие участники хотели бы поближе с вами познакомиться и что услышать о истории вашего таланта. Вы на прошлом эфире говорили о... Давайте почитаем вопросы, Наталья, вам удобно их прочесть? А потом... Давайте. Вопросы тут видно вам или нет? Пока нет, мне не видно. Окей. Не вижу, нет. На экран. Сейчас, друзья, я попробую прочесть вопросы. Так. С моим зрением все делаем поближе. Прошу прощения, друзья, вы пишите вопросы. Очень плохо слышно Наталью. Наталья, плохо слышно, говорят, немножко добавить. Хотя, я думаю, хорошо, я думаю, это, в принципе, из-за интернета. Наталья, много замечательных графических работ. Чем вы их закрепляете? Какой фиксатор используете? При фиксации не изменяется ли фактура тона? Если вы говорите о пастели, я не закрепляю свою работу ничем.
работа сразу идет под стекло, под пахоту, и в таком виде она может храниться очень много-много лет. Вы можете проэкспериментировать на работе, которую вам не жалко, или просто на бумаге чисто сделать зарисовочку и побрызгать лаком обыкновенным для волос. Но я вас уверяю, как бы эффект не то. Во-первых, оно как бы неоднородно, во-вторых, изменяется цвет стекла. Мне не понравился этот эффект, поэтому я не закрепляю ничем. Мои работы уже разъехались пастельные по всему миру, и как бы пережили перевозки, самолеты, и с ними все в порядке. Супер, спасибо. Так, друзья, еще вопросы. Как правильно подготовить свои работы для участия в конкурсах и выставках? Что вы имеете в виду? Если это акварель или пастель, ее желательно оформить в и в раму. Если это масло, то нужно снимать ее, сделать так, чтобы она не блестела, желательно, чтобы было качественное фото. Если вы делаете видеоролик, желательно, чтобы было прекрасное освещение, и все-таки большая часть ролика занимала показ картины. Я еще раз повторяю, что очень здорово, когда вы смотрите, есть художники, прекрасные, красивые девочки, мальчики, это все здорово. И когда вы представляете свою работу, приятно смотреть красивое видео, но хочется все-таки больше увидеть вашу работу. Причем желательно как-то с какими-то фрагментами, покрупнее, ну как бы так, для полного оценки, для того, чтобы оценить работу. Да, вот вопрос еще один. На что чаще всего обращает внимание жюри при оценке работ? Вот, если онлайн даже подают работу, Наталья, скажите мне, вот на что чаще всего вы обращаете внимание? Возрастная категория профессионал и любитель, и естественно, как раскрыта тема, если душа в работе. То есть не механическое закрашивание, извините, я утрирую, а именно работа, которая несет какой-то философский или какой-то духовный смысл. Вот это как бы мои критерии, я не знаю, как оценят другие судьи, но я держусь таких критериев. Хорошо, а помните, мы с вами на прошлом эфире говорили, что неправильно видео снимают, некачественно снимают видеоработу, то, что не видно совершенно. Вроде бы работа хорошая, друзья, но когда вы присылаете свою работу, очень плохо видно. Вы ж поверьте, что, во-первых, должно быть снято на горизонтально, потому что все эти работы выставляются в YouTube. Максимально приблизить, максимально отдалить. Обязательно пускай эта картина будет в интерьере с чем-то. Ну, это качество видео влияет, в принципе, тоже на оценку работы, правильно? Да, даже не само видео, допустим, но просто крупным, хорошим, качественно сделано планом работы сфотографировано, это о многом говорит. А когда работа где-то, ну, скрыта, ее не видно, ну, то есть тяжело оценить, когда не видишь нормальную работу. Вопросы еще есть? Да, вопрос есть. Подскажите, как часто нужно участвовать в конкурсах, чтобы приблизиться хоть немного к вашему успеху? Я благодарю за комплименты. Будучи даже сейчас, я все время принимаю участие в конкурсах. Вот я смотрю Golden Time, благодарю за ваши лайки. Я постоянно принимаю участие в выставках, в конкурсах. То есть у меня как бы нет какого-то такого застоя, это очень редко. И я вам советую тоже точно так же делать. В каждом вашем городе есть абсолютно вообще какие-то галереи, музеи, опять же, кафе, рестораны, которые бы, кстати, вы могли бы разместить свои работы. Это тоже здорово. Я говорила в прошлый раз, что можно сделать просто небольшое портфолио своих работ, чтобы вы могли наглядно показать. И я думаю, что вы найдете своего покупателя и найдете свою аудиторию. Нужно участвовать по желанию. Я понимаю, что может где-то какие-то нюансы. Где-то нужно отсылать работу, где-то нужно отсылать онлайн работу.
где-то распечатываются, ну, копии просто работы распечатываются, выставляются. Но желательно принимать участие, чем больше. Чем больше вы будете на ху-ху, это лучше для вас. Знаете, почему лучше? Почему лучше? Да-да. Своего опыта. В том же году, когда мы с вами познакомились, Инесса, мне предложили выставку, ну, скажем так, в приличном, хорошем месте здесь, в городе. И когда уже выставка закончилась, я собирала свои работы. Ко мне подошел человек и говорит, это работы, и назвал фамилию художника. Я тогда не знала, кто это. То есть человека, художника, у которого есть какие-то звания, регалии, как бы самое. Я говорю, нет, мои работы. Жаль. Работа у вас классная, а имени у вас нет еще. Я подожду. Ключевое, два ключевых. Еще неизвестно имя, но он подождет. А чего же он должен подождать? Вот скажите. Чего, друзья? Ну вот, продвижение нужно обязательно понимать. Вот. А для этого нужно принимать участие в конкурсах, во всех выставках, друзья. Правильно вести социальные сети, да? И мы к этому приближаемся. Наталья, скажите, а какую социальную сеть вот вы больше используете для продвижения своего таланта и узнаваемости? Ну, могу сказать, Facebook, наверное, занимает большую часть, Instagram. Сейчас у меня добавились, конечно, это и YouTube. Очень у меня, ну, как бы много лайков, много комментариев, много просмотров. И TikTok, где есть заказы, то есть заказы и за границей, заказы из Украины. Это прекрасно, я считаю. То есть, вот так. Это супер. Но вы снимаете короткие видео, я видела, и снимаете шорт-видео. Да. И, да, отлично. Да, для Ютуба там уже они увеличили, можно больше 3 минут мне пришло какое-то самое. И да, мне сегодня пришло сообщение, что как бы авторские права уже как-то, это, ну, как бы приятно. Конечно. Вот. И знаете, просто не знаешь, где какое видео найдет отзыв. Видео, которое, как бы сказать, залетело на ТикТоке, оно не так бывает ценится на Ютубе и наоборот. Поэтому нужно выставлять везде. Я выставляю на Фейсбуке свою работу, рядом видео записи работы, как я ее рисовала. Это супер, я наблюдаю, и я об этом уже говорила на прошлых эфирах. Али говорила и другим участникам, нашим спикерам, что мне действительно нравится, как вы работаете технически. Это настолько успокаивает, когда вы творите свою работу. Это так все красиво. Берете просто холст бумаги, карандаши, краски, и у вас получаются просто шедевры. И когда это на ускоренный, ну, ты не ждешь долго, когда это будет, это очень хорошо, красиво. И ты действительно начинаешь ценить художника, потому что, ну, когда я не художник, да, и когда ты смотришь, когда получается шедевр с рисунка, это очень нравится, ну, затягивает, нравится смотреть. Так, у нас вопрос еще. Так, какую бумагу для пастели используете? Вы пишете сухой пастелью или масляной? Я пользуюсь обыкновенной Кэнсон. Она мне как бы очень комфортна и очень хорошая в работе, более благоприятная, скажем так. Есть, конечно, дорогие абразивные бумаги, но, честно говоря, мне не сильно понравились. По качеству очень быстро, ну, фактура отличная, но осыпается больше карандаш, и наложение слоев минимальное. Здесь наложение слоев я могу накладывать несколько слоев, то есть это, ну, отлично ложится. То есть, так, что там еще? Карандаши я Faber, Castell, то есть тоже их можно купить в любом магазине на нашем салоне, можно заказать по интернету, не присылать. Я, то есть, была в Чехии, я купила себе там карандаши. То есть, выбор сейчас огромный, именно товаров для художников, нужно просто найти свое. Это правильно. Наталья, вот скажите мне, я опять же, художник, хорошо, а
Все-таки про монетизацию сейчас, опять же. Вы где-то делали объявление, что вы продаете свои картины или нет? Вот как могут у вас появиться покупатели, если вы, например, нигде об этом не заявляете, что вы продаете свои картины? Ну, во-первых, это... Я имею в виду социальные сети. Поняла. Ну, во-первых, это правильно оформленная страница, которая определяет то, что ты художник. Страницы должны, на странице должны быть альбомы с твоими работами, так, чтобы люди могли это увидеть. Ну, во-вторых, это сарафанное радио, как ни странно, потому что мне звонят знакомые, 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 знакомые через знакомых, которые хотят сделать заказ или еще что-то в таком плане. Кроме того, у меня есть сайт, когда я даю ссылку, и люди могут посмотреть и выбрать то, что им нравится, и заказать то, что они хотят, либо выбрать готовую работу. На ТикТоке у меня видео я рисую на заказ и выкладываю. Очень часто хозяева, допустим, собаки, кошки, они выкладывают видео с благодарностью или отвечают мне в сторис, это тоже реклама. У меня как бы получается, я нарисовала одну собаку, ну, портрет собаки. После этого девушка мне заказала еще, а после этого звонит, мне еще хочу друзьям на подарок. Ну, вот такая тоже ситуация есть. Супер, это отлично. Так что в любом случае социальные сети помогают для того, чтобы люди узнали, что вы продаете свои картины и вы монетизируете творчество. А у меня вопрос. Да. Просто под работой. Я хочу купить, я хочу это самое. Кроме того, хочу сказать, для художников в Фейсбуке есть очень много групп, где художники могут выставить свои работы на продажу. Заходите в эти группы, регистрируйтесь, выставляйте свои работы, указывайте цену. Это все нормально, это адекватно. Супер. Прямо на Фейсбуке есть группы, куда мы заходим и выставляем там свои работы и предлагаем. И также на сайте. Сайт для чего нужно иметь? Это моя визитная карточка, скажем так. Я не всегда могу носить с собой каталог. У меня всегда есть с собой визитки. У меня всегда есть с собой всегда есть с собой визитка на визитке, есть ссылка на мою сайт. Люди могут зайти и посмотреть, какого качества работы, какого плана работы, что я пишу, как я пишу. С какого момента художник, начинает быть действительно профессиональным художником? Это исчисляется временем, это исчисляется, я имею в виду возрастом, это исчисляется, сколько он написал картин или сколько денег он вложил в свое имя, как вы думаете? Для меня это ни то, ни другое и не третье. Я не стесняюсь даже вам сейчас сказать, что я и сейчас продолжаю учиться. Если ты остановился и подумал, что Бог, то это проигрыш. Я и сейчас, мне приятно смотреть, я смотрю видео, я смотрю, как это другие художники, я подчеркиваю и подчеркиваю что-то для себя. Вот. Но почитаю и стараюсь как-то применить это на практике, и зашло, не зашло, это применимо, неприменимо, ну, чисто на себя. Вот. Если ты только подумал, что я крутой, я взрослый, то... Это первый путь к провалу, правда? Это правда. Наталья, мне очень нравится, когда о вас пишут статьи. И статьи пишут, вот вы приняли участие в Великобритании на выставках, да, ну, скажем так, наши Golden Time Talent, это весь 22-й год, 23-й год, ваши все картины были здесь представлены в Великобритании. А в первом, 22-м году это было 4 или 5 выставок. На следующий 23-м году это был музей, тоже были выставки. Скажите, вот и о вас писали статьи. О вас писали бесплатно статьи, или вы эти статьи заказывали? Или все-таки что вы делали для того, чтобы о вас, и к чему я подвожу? Я это все знаю. Что вы делали для того, чтобы о вас написали бесплатно эти статьи в СМИ? Я клянусь, что я как бы не занимаюсь заказными такими статьями. Я... Я это знаю. Я просто хотела, чтобы все зрители об этом, ну вот, подвести вас к этому, да. Просто нужно работать, участвовать, снимать участие, как бы быть на виду.
если тебя заметили, то тебе обязательно подойдут корреспондент, тебе позвонят. То есть у меня было даже такое вот... Кстати, после выставки в Лондоне, когда мы тогда приняли участие, у меня был эфир один на телевидении, да, мой эфир был на радио. Потом я вышла с этого эфира, мне звонят, давайте запишем с вами видео дома. Это вот как-то вот так... Цепная реакция. Да-да-да, цепная реакция. Поэтому, если вас заметят, если вы личность, если вы яркие, если вы художник, я думаю, что это не проблема будет в будущем, просто нужно работать. Наталья, что вы делаете, чтобы вас замечали? Возвращаемся к тому же. Участвую во всех конкурсах, во всех выставках, принимаю участие. Не знаю. А как они узнают, Наталья? Вот я вас к этому веду. Как узнают, что вы участвуете в конкурсе? У нас много участников, вот поверьте, очень талантливых, которые принимают участие, но никто об этом не знает. Они занимают действительно призовые места, призовые, гран-при, первое. Но они об этом не пишут в социальных сетях, они неправильно ведут свои соцсети, они не могут донести. Вот. Первого дня, когда я принимала участие как участник в Golden Time, когда я получила награды, во-первых, я презентовала свои работы, что я принимала участие в Golden Time, я показала работы, которые выставляю. Потом, естественно, мне выслали ролики, которые мои работы. Для меня это было хорошо, это было здорово. Потому что как бы я принимала до этого участие в турецком конкурсе в Каспи, там такой системы нет. Вот такую систему, первое, что с роликом, и это презентация, это под музыку, это видео, это красиво, первый раз увидела в Лос. И я начала, во-первых, знакомыми поделилась, как бы так, ну, это самое, Facebook, Instagram, это я, ну, как бы я везде выставляла свои ролики. После этого, естественно, на это люди обращают внимание. Хотя это было как бы так пессимистично, да что там, но это самое. А когда появляется результат, почему-то люди меняют свою точку зрения. Вот, поэтому продвигаться и нужно показывать свои работы, показывать ролики. Я думаю, что вас заметят. Все правильно, друзья. Спасибо, Наталья. Я об этом и хотела подвести вас, друзья. Перед тем, как вы планируете только принять участие в конкурсе, если вы ничего не делаете, лучше не тратьте деньги, не принимайте участие, не рисуйте ничего. Все, пошли легли на диван. Если вы... Чисто для себя в стол. Да, и вот. А если вы хотите, чтобы делать монетизацию своего таланта, если вы хотите, друзья, чтобы вас заметили и о вас бесплатно действительно написали статью, да, вы должны обязательно, друзья, сделать предысторию того, что вы будете намерение, да, что вы будете только принимать участие в таком-то конкурсе. Напишите. А обязательно, когда вас монтировали ролик и выложили это на официальных ресурсах, обязательно поделитесь, напишите, друзья. Есть такое еще понятие, как при зрительских симпатий. Проголосуйте за меня. Да. Проголосуйте. Обязательно напишите, что это британский конкурс. Обязательно, ну, ценности добавьте и себе, как участнику, где вы участвуете. Скажите, что вот я жду, оценки будут, допустим, к концу месяца следующего, да, или через месяц, или через два. Я жду. И вы обязательно, когда это все делаете, тегайте СМИ, местные СМИ, которые у вас есть, отмечайте их, чтобы они вас видели. Добавляйте их в друзья, в Фейсбуке, в Инстаграме, где только возможно. И они будут уже ждать вас, что вы представляете свой город, правильно? Свой город, свою страну представляете, что вы музыкант, художник, неважно кто, у каждого. Вот район, друзья, район. Между районами тоже идет соревнование. Между городами идет соревнование, да? И каждый хочет показать, что вот в этом районе больше всего живет талантливых людей. Вот поверьте. А в этом районе, в городе уже тоже талантливые люди. И в этой стране талантливые. И все СМИ, а есть СМИ маленькие, локальные, есть СМИ большие, которые уже городские и так далее.
Так что и все СМИ будут о вас писать бесплатно, друзья. Вот то, что я пыталась подвести, и чтобы это было вкусно и красиво, это ваша задача донести это до вашего, в принципе, зрителя, да, подписчика, скажем так. Мне сейчас Facebook напоминает и возвращает вот те ролики, которые я принимала участие в конкурсе. Знаете, такая ностальгия, так приятно. Я, естественно, их возвращаю на страничку, и люди мне пишут: «Вау, классно, поздравляем!» Вот так, как-то так. Поэтому... Да, так что, друзья... Нужно делать презентацию своих роликов и своих работ. Обязательно. Наталья, скажите, сколько тогда о вас написали статей вот за то, что ваши картины были в 22-23 году в Великобритании? Сколько статей о вас написано было? В принципе, газет. Где-то около 10, мне кажется, вот так. И кроме того, и передачи, вот и за передачи, скажите. И прямые эфиры, и видео, и на телевидении, то есть, ну, где-то, сейчас скажу, где-то видео 3-4, ну, то есть это было записано дома, и записано в студии, и записано в галерее, то есть вот так. Скажите, давайте посмотрим вам. Давайте. У меня почему-то они не отражаются. А вы попробуйте на экран нажать там, где я есть, или там, где вы, и поднимите пальцем вверх, они должны подтянуться, вопросы. Друзья, какие у вас есть вопросы, задавайте, нам будет очень приятно с Натальей отвечать, в принципе. И у нас по социальным сетям мы с вами ответили, да? Так. Так, здесь про пастель. Я пишу масляные пастели, не пишу, это не мое, мне как бы не понравилось. Хотя я знаю, что есть очень красивые работы и художники, которые пишут масляные пастели, очень здорово. Но мне больше понравилась пастель сапфира, то есть подложку, как бы основу я делаю пастелью мелками. Вот, а дальше с карандашами я прописываю детали. Кто смотрит мои видео или кто где-то видел в соцсетях, заметил, что я совмещаю и пастель, и пастельные карандаши. Это супер. Тут еще вопрос задают. Мне путь Натальи... О, Аля, очень здравствуйте. Вот видите, спикер, с которым мы только позавчера беседовали в Ютьюбе, тоже вас поддерживает. Мне путь Натальи приводили в пример. Да, но, Аля, мы как раз с вами об этом говорили. Меня это очень вдохновило. Так что, видите, вот мы как раз позавчера об этом, о вас, Наталья, только говорили. И говорили о том, что очень было приятно, когда вас пригласили в Италию на персональную выставку. Да, по многим причинам выставка эта не состоялась, потому что начался карантин. Но в любом случае, я думаю, нам это всем было приятно, всему коллективу, вот поверьте. Я думаю, для вас это тоже было приятно, и огромный был рост, стимул, в принципе, идти вперед. Во-первых, да, я готовила серию работ, когда это все вот так как-то обозначилось, что я не смогу поехать. Работы побывала и в Киеве, потом на работы побывали в Одессе. И, знаете, той коллекции работ, которые я готовила для Италии, у меня не осталось ни одной работы. Все работы раскупили. Видите, это значит знаково так. Это знаково, и так нужно было... Кстати, пост такой, что работы, которые я готовила для Италии, ну, так судьба сложилась. Знаете, так там должно было быть. Конечно, я сильно расстроилась, очень хотелось поехать, но, значит, так должно было быть. Это 100%. А скажите мне, вот за персональные каталоги, нужны ли они художнику? Вот нужно ли это делать? Нужно ли в это вкладывать деньги? Как вы думаете, Наталья? Или не нужно? Показываю, у вас он был. Я не обновляла, не делала новые каталоги. Вот, каталоги с моими работами, с моими стихами. Наталья, стихи ваши еще? Расскажите об этом. Я знаю, у меня этот каталог есть с вашей замечательной картиной. Да, расскажите о стихах. Ну, писала, но сейчас как-то переключилась больше, конечно, на чисто живопись, но есть и стихи, писала стихи. Смотрите, я когда приехала на персональную выставку в галерею
Джаз в Польшу. Директор галереи сказал: «Пани, а где ваш каталог? Я должен вас представить посетителям, зрителям». Я говорю: «У меня нет». И тут я поняла, что оп, об этом нюансе я не знала, об этом никто не говорил никогда. И сразу по приезду с Польши я сделала каталог своих работ. Я совет начинающим художникам, вот я уже говорила, что сделать маленькое портфолио, но вот каталог ваших работ, во-первых, это для вас кайф, когда держишь вот твой каталог в руках, тут твои работы, прекрасный подарок для ваших друзей и знакомых. Опять же, ваша реклама. Если вы сделаете подпись, подарите, это вообще... Вот. И это вы представляете себя, у вас будет чем пойти, и вам не будет стыдно. Вот представиться где-то на какую-то галерею, где-то в какой-то ресторан, ну, как бы презентовать свои работы. Это супер, а не так, как ты берешь свой телефон, говоришь: подожди, я художник, я сейчас открою тебе свои фотографии, картинок, вот тут я их нарисовал, да, и здесь я их нарисовал, вот видишь, я тебе сейчас их расширю, а вот здесь, ну хорошо, это хорошо? Первая выставка вот так, я говорю, это самое, я пришла в Винтершин, говорю: вот, посмотрите, пожалуйста, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот так у меня и было. К сожалению. Видите, это ваш, грубо говоря, сайт, ну, сайт на бумаге. Сайт нужен обязательно, который вы высылаете, а это ваша визитная карточка. Это ваша визитная карточка, это воочию, это можно посмотреть и пощупать, это больше презентабельно, скажем так, и как бы дает вам больше веса и больше как бы вас, ну, как художника. А вес? Это значит монетизация вашего творчества, друзья. Это значит монетизация вашего таланта. Вот это самое главное. Это о том, о чем мы говорили. И в том году у нас, сделаю маленькую такую рекламу. Если меня слышно, то тут я в кафе, возле меня тут очень горячий мужчина пытается обратить внимание, греки, да? Начинает рядом беседовать. Ну, так вот, я хотела сказать, что очень важно, когда... твой, я уже и забыла, о чем я хотела сказать. О каталогах. Да, вот, в том году мы разыгрывали, друзья, 4000 евро разыграли нашим талантливым художникам, это было между ними, и разыграли два персональных каталога, друзья. И мы их напечатали в персональные каталоги нашим художникам. Это очень важно, это очень важно ими. И когда мы представляли 40 художников, которые были представлены из Украины, ну, из-за того, что война началась в Великобритании, мы обязательно первым делом сделали каталоги, друзья. И когда мы вручали не просто каталоги, а с каждым художником, у меня сейчас их нет на руках, этих каталогов, с QR-кодом, который ведет на каждого именно персонального художника. Это очень важно. Так что обязательно это делайте, друзья. Если вы разрешите, у меня вот здесь в каталоге очень часто задавали вопросы. Вот у меня на работе это был просто трэш, самый ходовой вопрос, как бы и везде, на телевидении, на везде. Почему я не писала как бы раньше работы? Я не знаю, почему это. Ну, какой-то был такой период жизни, мне не хотелось этого делать. И почему ты раньше не писала? Ну, скажи, а разве ты не знала, что умеешь рисовать? Почему от всех скрывала, что и ты умеешь это писать? Я не знаю, я и не готова. Не могу сказать я право слово. Почему? Я с мечтой простилась, да поспешила взрослой и востребованной стать. Не хотела детство вспоминать, но судьба злодейка улыбнулась. Я как будто после сна очнулась. Я не знаю, что тебе сказать. Я пишу, и я живу опять. Браво. Браво, Наталья, вы меня сегодня сразили еще раз, друзья, наших слушателей, зрителей, потому что я знала, что вы талантливый человек, я это видела, чувствовала, но то, что это ваши стихи, вы знаете, к сожалению, огромному моему сожалению, у меня есть этот каталог, но я как-то на это не обратила внимания. Так что браво, супер, и наши зрители тоже вас поддерживают. Спасибо, друзья, огромное. Наталья, что вы можете еще сказать для наших участников, для наших слушателей, для наших художников и не только для всех артистов, для людей, которые верят в себя, не верят, которые, может быть, где-то
думают, да, ну что там заниматься там рисованием или писать картины, ну что там, я лучше там не буду этим делать, или вот у меня не получилось. Вот что бы вы сказали от себя, свое слово? Знаете, во-первых, сегодня день рождения, я не знаю, для художников, я думаю, это, ну, как бы, кто интересуется творчеством, кто интересуется историей искусств, это тоже обязательно нужно изучать и знать основы. Сегодня день рождения Яна Ван Меля, знаменитого голландца, который писал замечательные работы. Если вы хотите развиваться дальше, я вам, значит, искренне желаю, учитесь, не останавливайтесь, не стесняйтесь спрашивать, не стесняйтесь смотреть видео. Сейчас очень развито видео, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, можно найти все, что угодно по вашему запросу. Очень много книг по истории искусств, очень много есть хороших художников, которые дают уроки творчества. То же самое с музыкантами, я думаю. Я очень много для себя подчеркнула, когда делала, значит, смотрела видео и училась. Я прокручивала, вначале накапливала какие-то знания, и потом только пробовала и, ну, двигалась дальше. Учитесь для себя определять главную задачу, чего вы хотите добиться, что вы хотите как художник для себя определить. Вы хотите быть, значит, личностью медийной, вы хотите быть учителем, вы хотите просто для души писать. Что вы хотите для себя, определитесь. Вы просто хотите участвовать в выставках. Вот, ну, для всего этого нужно все равно работать, не останавливаться. Я всем искренне желаю творческих успехов, люблю и уважаю. Наталья Жучко. Спасибо, Наталья, вам огромное, огромное. Вы сегодня нас порадовали, друзья. Если у вас, вы посмотрите это обязательно прямой эфир в записи, друзья. И если у вас возникнут вопросы, задавайте, мы обязательно на них ответим. Обязательно. Пожалуйста, я всегда открыта для диалога, для сотрудничества. Мне приятно, когда вы мне пишете, когда вы спрашиваете. Я всегда отвечаю. Всем спасибо хорошего вам вечера. огромное. Наталья, еще раз скажу, что она не просто художник, не просто писатель, а еще и военнослужащая, которая боронить рідну Україну. Так що щиро вам дякую. Огромное вам спасибо за прямой эфир, за то, что вы член жюри, за то, что вы уделяете внимание искренне всем участникам, делитесь своим знаниями и так далее. Пускай ваше творчество приносит вам хорошую монетизацию и удовольствие. Друзья, ну что, будем заканчивать с эфиром. Скорейшую перемоги Україні, слава нашим героям, слава Україні, слава нашим ЗСУ. Ну, друзья, вам спасибо за то, что вы поддержали наш эфир, и будут вопросы, задавайте. Спасибо вам, Наталья. И, Наталья, обещайте, если будут еще вопросы, что мы с вами обязательно увидимся Всем хорошего уже. вечера. С уважением. Инесса, огромное вам спасибо за эфир. Было очень приятно пообщаться. Всего хорошего Мне всем тоже. ребят. Спасибо, друзья. Спасибо. Всем До спокойной, встречи. тихой, доброй ночи. Это тоже. Это 100%.